Всем привет! Мы на корабле Португалии, и вот сегодня приехали, вот плиточку сейчас разгружают. Так что поедем, посмотрим, что там произошло. Ну вот, друзья, мы сейчас поднялись наверх, и давайте быстренько обзор, что у нас, как у нас, насколько красиво, насколько все модно, аккуратно. Так, сейчас мы уже привезли плитку, но... Кстати, по поводу теплых полов, вот я говорил на других объектах, SM14, это специально идеально подходит для теплого пола и наливного. Здесь, в принципе, даже армирующим микроволокнами, короче, тут качество профессионалов, вот, и идеален для системы теплый пол. Вот, так что... Вот, чтобы вы знали тоже, какие материалы мы используем и что для этого нужно, чтобы было все круто. Вот, так, сзади тебя уже стоит радиатор. Мы его повесили специально для того, чтобы он уже был. Вот, а дальше мы его снимаем в пленочку и шпаклюем. Сейчас вот сделали подрозетники, уже все попоставили. Да, дальше будет... Чуть-чуть веселее, это от лазера. Это ножка для лазера специально, чтобы это, отбивать вот тот треугольничек, который вытягивают. Так, что еще? Ну, куча мусора, которая каждый раз собирается, конечно. Вон часть вентиляции, которую мы переделали уже обязательно. Так, ну, вот плитку уже привезли на пол, на санузел, так что мы уже немножко даже не успеваем за тем... как нам поставляют материалы, это очень прям хорошо, потому что чаще всего наоборот. Так, сюда заходим, здесь у нас, так, гидроизоляция 115, так, самовыравнивающаяся смесь, это мы, короче, тоже сейчас взяли разные, это тестируем, какой пол будет лучше, с каким работать. Вот, потому что сейчас из всех наливных полов, которые есть у нас вот в наличии, лучше себя зарекомендовал Бергауф. Очень неплохой, прям говорит, очень хороший. Вот, сейчас взяли самый выравнивающийся пол, это Богатырь. Вот, не знаю, как он себя покажет, но клей для ячеистых бетонов, там, для пеноблоков, для газоблоков, Богатырь просто вообще сказка. Можно кладку делать больше 100 штук в день. То есть для рабочего это очень хорошая находка прям. Поэтому некоторые вещи прям рекомендую. Вот. Ну, еще взяли церезитовский. Это, я думаю, вообще будет беспроигрышный вариант. Вот, самовыравнивающейся смеси. И взяли на стены клей SM11, который будем делать уже здесь. Пока плиточник будет здесь ковыряться, в принципе, здесь уже можно в санузел. Как раз будем дотягивать уже вот эти дела. Так, что еще? А, ну теплый пол сейчас зальем, сделаем. Шумоизоляция, кстати, здесь еще вот видно, здесь еще не сделана шумоизоляция. Здесь уже запаковали так трубу, чтобы она не шумела, что уже... Ну, я думаю, это очень-очень крутой вариант. Так, что еще, что еще? Так, ну, в принципе, уже залита стяжка. Кстати, вот еще один радиатор сделанный. Так, все залили, все готово, все работает. Сейчас вот ребята, тоже я же говорю, что начали поподымать. Вот, сделали вентиляцию. Можно увидеть, как еще до сих пор еще пока видно. Очень важно, что я говорю, что пока видно, потому что когда в следующий раз, допустим, вы сделаете уже, мы будем делать обзор, к примеру, всех стен готовых. Кстати, от застройщика примерно вот в таком виде выходит. Примерно вот в таком виде выходит черновой вариант. У нас еще черновой это далеко не законченный. Вот, поэтому сроки чуть-чуть больше и цена чуть-чуть выше. Вот, поэтому подумайте 10 раз про то, что как выглядит черновой ремонт. У нас будет такое или уже было такое видео. Вот. Так что в следующий, допустим, раз, когда вернусь, в следующий раз, когда будут сделаны натяжные потолки, будут уже там обои, покраска, там неважно, что будет. То есть готовая красивая квартира,
кирпичиками там, я знаю, декоративные будут, то вот этого всего вы уже не увидите. И насколько качественно сделана электрика, вы тоже уже не увидите. Вот. Если сейчас вы еще можете увидеть, как проходят трассы, то есть вот здесь, если вдруг будет, вот там, например, ламинат и будет плитка керамогранит, то вот здесь будет стык обязательно. И здесь будет, скорее всего, там пороже какой-то ставится. И чтобы не пробить, не дай бог, трубу какую-то, то в этих проемах никогда ни здесь, ни здесь мы трубу не укладываем. Это очень важный момент, поэтому подумайте 10 раз, вот, действительно ли вы выбрали ту компанию, которую хотели. Вот, поэтому благодаря вот таким видео вы можете сравнивать, что где сделано, как сделано и для чего это сделано. Поэтому это очень важные моменты. Это, наверное, важнее, чем что будет в конце. Потому что от этого это основа, это как фундамент для дома. Если вы вот это сделаете неправильно и не, допустим, провода не тех сечений или еще что-то, то в конечном итоге вы всю вот эту красоту будете ломать и переделывать. Поэтому 10 раз поинтересуйтесь, как сделать лучше. Вот. Так, что еще? Ну, обзор как бы вот такой, наверное, будет небольшой. Вот, потому что, ну, мы сейчас мешаем работе, мы сейчас опять всех выгнали для того, чтобы показать, вот, что где там. То есть, кстати, хотелось бы, слушай, давай между делом сейчас плитку откроем, посмотрим на качество, как мы делали на этом, помнишь? Не-не, как на там, где нас попросили не снимать. Вот. Ремонт. Сейчас мы проверим качество плитки просто. Ну, скажем так, не критично. Ну, блин, до 2 миллиметров это еще не страшно. Так, а это плоскость какая? Ага, ну вот с плоскостью уже геометрия, конечно, видишь, вон на том краю, на том краю совсем прям видишь она это. Но это может из-за того, что плитка фактурная. Не знаю, качество в принципе, как по мне, вроде очень даже неплохое. По крайней мере, получше, чем в том месте, где мы снимали. Ну, что могу сказать? Смотрите, комментируйте, пожелания, может быть, какие-то, поздравления. Вот, еще раз, не знаю, когда это видео выйдет, всем напоминаю, что я 5 августа, поеду отдыхать с семьей в Крым, и я буду на связи, но в городе меня не будет, в Сочи. Так что всего доброго, смотрите, пока-пока.